Время здесь, кажется, течет по-особенному. Попадая в публичную библиотеку, как будто окунаешься в 19 век. Однако при этом музейные пространства здесь соседствуют с современными технологиями. Старейшая в Самаре библиотека основана в середине 19 века. По ее лестницам ходили Петр Алабин, Максим Горький, Владимир Ленин. Дух того времени передают музейные комнаты библиотеки. После реставрации их впервые показали публике. Интерьеры кропотливо восстановлены по старым фотографиям. Наполнение комнат – антиквариат. Что-то приносили в дар читатели, что-то хранилось в самой библиотеке. Как этот раритетный рояль, мебель, предметы старины и книги. И даже обои сделаны специально под заказ. Они точно повторяют оригинальные. Те, что скрывались под несколькими слоями краски. 3 века истории у этой библиотеки. Век 19-й, мы его видим в этих музейных комнатах. Век 20-й, это наш 3-й этаж, там тоже замечательная музейная комната, интерьеры. И сейчас то, что мы проводим массовые мероприятия, конференции, презентации, наши читатели, это наш век 21-й. Над зданием трудилась целая команда архитекторов, реставраторов и дизайнеров. Оконные конструкции восстановили по чертежам того времени. Привели в исторический вид и фасад здания, реставрировали и знаменитый световой фонарь. Установили зеркала, которые отражают свет и расширяют пространство. За время работ сделано немало находок. Так, под слоем штукатурки на кирпичах обнаружился штамп 1879 года. А когда краску стали снимать внутри, то неожиданно узнали, что подоконник под ней из настоящего мрамора. Прекрасно восстановленный фасад, восстановленное здание, один из лучших образцов реставрации за последние годы. В городе Самаре это признают, в общем, все. И градозащитное сообщество, наши архитекторы. Это тот случай, когда не только здание восстановлено, но и в нем восстановлена жизнь. Еще в 2013 году возникла вот такая задумка восстановить в рамках общей программы по восстановлению исторического центра города. Это вот прекрасное здание. Мы разработали проект, мы подошли к этому вопросу не с типовым подходом, а творчески, индивидуально, с креативом. Реставрационные работы внутри здания будут продолжаться до конца года, но уже сейчас библиотека готова принимать читателей и гостей в своих фондах и музейных комнатах. Валерия Макарова, Константин Головин. События.